Скажу честно, мне было непросто вспомнить какую-то памятную историю, связанную с Новым годом или Рождеством. Когда я говорю памятный, понятно, что это то, которое можно рассказать в камеру. Да? Потому что есть истории, которые не нуждаются, скажем так, в обувлечении, по крайней мере, сейчас. Все-таки имидж президента и прочее-прочее. Белый свитер, все должно быть респектабельно и красиво. В 2001 году мне вместе с Урал Грейтом, мы тогда с Сергеем Кущенко работали в этом клубе. Тогда был такой престижный очень рождественский турнир, который проводил Реал Мадрид, кубок Раймундо Сапорта. Это был директор баскетбольной секции Реала, видный еще и чиновник ФИБА, и такая знаменитая личность. И в 2001 приглашение получил Реал Мадрид. Это был, повторю, очень тогда престижный турнир. Сейчас он не проводится, сейчас даже нет этой арены, она разрушена. Вот, ну, Сергей каким-то образом, благодаря своим связям, авторитету, добился, что пригласили Реал Мадрид, и мы выиграли. И я помню, что вот этот вид Мадрида рождественского меня тогда очень впечатлил. И так вот, светлые воспоминания из 2001 года баскетбольного, связанного и с Рождеством, и с победой. Прошло уже сколько? Много-много лет. 19, да? А память осталась. Память осталась и о турнире, и о Сергее было. Немножко, может быть, грустно, но Новый год — это не только праздник, да, это повод подвести какие-то и итоги. Вот. Надеемся, что в следующем году в руках что-нибудь подержим. Такое-то железное, холодное. Дедом Морозом для собственной дочери я не был. У нас есть в семье более, скажем так, фактурный, я не буду говорить, кто фактурный для этой роли человек, которого, в принципе, наверное, родился где-то Дедом Морозом, потому что любит всем делать подарки и такой же добрый. Вот. Но в силу обстоятельств он работает немножко на другой должности. У нас даже есть два таких человека, да? Вот, поэтому у нас есть Дед Мороз 1 и Дед Мороз 2. Вот они хорошо с этой функцией справляются. Я пока еще вот фактурно, мне кажется, для Деда Мороза не готов. Она уже написала, Вероника написала, это я знаю точно, там есть такой небольшой список желаний из четырех или пяти-шести позиций. Письмо написано, письмо отправлено, без ошибок, там мама все проверила. Я, по-моему, не писал, потому что тогда это было 70-е, там, 80-е годы не совсем принято. Это в серии «Как на деревне дедушки». Вот, не писал, но каким-то образом все мои желания, все эти желания подарков, которые я хотел получить, благодаря маме и папе, они сбывались. Дорогие друзья, во-первых, с наступающим Новым годом. С двумя Рождествами, да, с католическим, с православным, которые тоже не за горами. Я, помимо, понятно, что сейчас все желаю только здоровья, помимо этого, желаю вам продолжать верить в ЦСКА, верить в чудеса. И верить в чудеса, которые, хорошие чудеса, которые случаются с ЦСКА. И дай бог, в следующем году с ЦСКА случится какое-то приятное для всех нас чудо. Поэтому верим в команду, верим в себя и с оптимизмом шагаем без пробежки, точнее даже бежим без пробежки в Новый год, 2021. С наступающим!